Как убрать root-доступ с телефона или планшета? Права суперпользователя или root позволяют вам получить полный контроль над вашим устройством. Но, как правило, это приводит к аннулированию гарантии, а также усложняет ремонт телефона. К счастью, от прав суперпользователя можно легко отказаться на большинстве устройств. Сделать это немного сложнее на Samsung Galaxy, но все-таки вполне возможно. Итак, для того, чтобы удалить права суперпользователя, используем файловый менеджер. На Play Market есть множество различных файловых менеджеров, которые вы можете использовать. Например, это будет Root Browser или ES File Explorer. Воспользуемся файловым менеджером, переходим в внутренний общий накопитель, это внутренняя память вашего телефона. Здесь нам нужно открыть папку System и далее папку Bin. Найти и удалить файл SU. Для этого нажмите и удерживайте нажатым этот файл, затем выберите в меню «Удалить». Теперь переходим в папку System.xbin. Также находим файл SU и удаляем его. Теперь переходим в папку System Application. Находим файл superuser.apk и удаляем его. Итак, мы удалили три файла, далее перезагружаем устройство. Таким образом, вы избавились от прав суперпользователя. Чтобы убедиться, что все получилось, скачайте в Play Market приложение Root Checker. Оно покажет, есть ли у вас root права, либо их нет. Если это видео оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!